через центр Месси. Вновь. Вот два его партнера по Пари Сен-Жермен играют при закрытом стадионе. Атака Парижа. Было красиво, но странно как-то повел себя. Неудачно съездил Манг. Снова Месси. Ошибка. Пари Сен-Жермен. Это был Месси. Кого-то удивляет. Хакими. Красиво. Задумал Месси, но... Кильян Мбаппе. Внимание хотел на то, кто там поучаствовал в отборе. Немного Испании. Пари Сен-Жермен. Удивительное дело. Маркиньос как-то выпал серьезный. И турнир она выиграет, если это кому-то важно. Ответ Парижа. Ох, как быстро и как идеально точно Месси играет на Ди Марию. Очень уверенно. И четвертый гол на счету Данилу. Момент. Удар по воротам. Можно было и не уточнять авторство. И позиция, и сам удар с левой. Попытка. Это, наверное, кто-то привык по раскату. Месси с пропасной. А в атаке вообще никого. Ни одного нападающего. Да и... Месси. Хороший разгон. Мбаппе. Итальянского чемпионата. Но Лиль явно страдает из-за отсутствия. Даже если вспоминают и думают, и Данила Перейра. Пока Месси с мечтой. Подача и 2-1. Преснел Кимпембе загоняет мяч в ворота. Удивительно. Контратака Парижа. Месси. Хватают за майку. Месси, тем не менее, пасует на Кильяна. Нужна желтая карточка, на мой взгляд. Слишком долго. Но Месси прорывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. Должен был Лео реализовать выход 1-1. Крохотная пауза и... Подсечка над вратарем. Пари Сен-Жермен отрывается на 2. Но основной защитник Ринилду. Ди Мария. Счастного. Месси попадает в перекладину. Красивый по исполнению. И почти идеальный удар. Что Месси сам пробежится. Разгонит. 4 гола мы увидели. Закон. Пустили игроки Лиля и дали Месси и Дракслер. В первом случае ошибся вратарь. И снова ему будет сложно. Месси на противоположном фланге. Маркиньос и Кимпембе в центре. Снова левую. И заброс. Мяч перехватывает. Кстати, это у него единственная желтая карточка. Рывок Месси. Рывок Мбаппе. Он получает мяч. И пауза еще одна. Это все очень красиво. Просто блестяще. И игроков. Нет, больше. Уж сам бы бил. Месси нет. В барах принято в Париже смотреть футбол. Мало кто смотрит дома. Ох, какой пас. Хакими, прострел. Месси подрезал мяч красиво. И блокировка. Хакими в центр. Месси. Обратный пас. Ну, Каверати, у Дракслера, у Тила Керрера по голу забили Жоржини. Вот как это. Сложный очень для Лео. И тем не менее мяч остается у Пари Сен-Жермен. Хотя стараются, ищут варианты. Время от времени португалец выходит на замену, но за ними заржавеет. Это для слабаков. Ахи, лучшая публика в Лансе, в соседнем городе. В Париже никто не расстроился и не испугался. Хотя, ну, Нуну Мендеш, такое ощущение...